Раз, два, три. Друзья, всем добрый вечер. Вы на канале Hardcore Tavern. С вами трактирщик Амони, как всегда, и мы сегодня продолжаем играть в Dark Souls. Dark Souls самый первый ремастер. Устраивайтесь поудобнее. Верь хорошего, в свет! Хорошего вам вечера. Ну и верьте в свет, конечно. Тролль, паладин, приветствую. Кружки в чат за наших. Да и вообще просто кружки в чат. За удачный вечерочек. Поехали. Dark Souls ремастер. Пятый стрим. Не хочет коннектиться почему-то ремастер. А у вас звук есть? Нет, подождите. Звук почему-то не на стрим идет. Надо перезапустить. Я ее чуть раньше включил, просто до того, как еще сменил устройство там. Ну что, как делишки, ребят? Как New World поживает у кого? Ну, у тех, кто играет. Я просто вижу тролля, поэтому спрашиваю про New World, потому что знаю, что он в него играет. Havoc. Движок, да, на котором сделана игра. Dark Souls. Вам Блор, здрасте. Вот, не коннектится, я не знаю почему. Просто без понятия. Мы, кстати, в Honor Londo уже, не знаю, сколько нам до финала осталось. Мы попали только в него. Сам замок на прошлом стриме. Мы, кстати, вернули себе человечность, да? Выглядим вполне себе адекватно, как обычные рыцари. Точнее, как обычные... человеки. Так, Амонь совсем забудет поля Аюра, говорит, и великолепные изгибы жопки Керриган. Да не переживай, не забуду. Там сложно забыть. После того, что она со мной сделала. Слушайте, я хочу вот этот меч. Это реально вообще? Ой, у него вообще красивый меч. Вы только посмотрите, какой охрененный. Давай свой меч. Давай, на, говорит. На, держи, пожалуйста. Охренеть. Ну это же вообще, это как такое может быть? Там шанс выпадения микромизерный. Он очень слабый, ребята. Он очень слабый вообще. Капец. Ты, говорит, мой герой. Я долбанный город помойку так и не прошел. Два шага до паучихи огненной. Ты сможешь, ты сможешь. Сеттл. Все у тебя получится. Божечки. ЕЦ. Насколько это хороший меч. Посмотрите, как он выглядит охрененно вообще. Он требует 22 ловкости? Что? У него скалирование от ловкости вообще идет. Что? Ну ладно, так, подождите-ка. Знаете, тогда у меня следующий вариант. Следующий план у меня. Я сейчас все съем вообще. Все души, какие у меня есть вообще. Просто сожру все. Все сожру и немножко прокачаюсь. Потому что, ну, Honor Londo, наверное, пора уже прокачиваться. Я даже, наверное, душу хранительницы огня сожру просто. Просто все сожру, ребят. А ты что, вместе со мной ну, параллельно играл или как?
Сет. Ну, добрый вечер вообще. Всем. Всем добрейшего вечера. Блин, офигенный вечерочек сегодня. Охрененный просто. Надеюсь, у вас такое же сейчас ощущение офигенности, как у меня. Но если нет, то постараюсь это исправить. Сделать как надо. Здравствуйте, любитель бобров в Грейвет. Я вас приветствую. Да, я, говорит, забайтился и пытался не отставать, говорит. О, да я почти не играю. Верь в свет! Ну ты даешь. Я захожу-то супер редко вообще в Dark Souls. Опаньки, кто это у нас? Люси подчинилась. Аскеточ, рад тебя видеть. Вот видишь, паладин наш аскет. Ну что, впереди вечер горящих стульев. Но не знаю, у кого тут что горячее будет. Я вообще-то великий герой. Душа лунной бабочки нужна она мне вообще? Или нафиг ее? Вутин. Душа железного голема. Я не знаю, где вообще и что из них делать. Мне кажется, мне ни хрена из них не надо вообще. Я твои смайлы на всех каналах уже раскинул. На одном даже забанили. За что? Ты прям сильно много их спамишь, что ли? Я ни разу никого не банил за смайлы. Не знаю, конечно. У меня такого не было вообще в практике. Чтобы банить за смайлы. Ну, может, ты прям реально переборщил? Вот такой вот паровоз сделал, и все, и тебя забанили за это? Лол. Пфф, жесть. А где? Что это за канал такой? Офигеть. Блин, использовать душу или нет? Я, говорит, имел глупость много смотреть описание на Souls Wiki. Типа, чё, да как и куда. Так а чё такого-то? Вполне нормально. С таким свободным интернетом, как сейчас, очень даже хочется взглянуть, что ж там да как делается. Но, по-моему, первое прохождение лучше самому делать всегда. В любой игре. Ты очень много теряешь, узнавая откуда-то что-то. 46 тысяч. Ой, новый уровень, конечно. Чё, пацаны, аниме, говорит? Ну, как минимум, японское искусство я уже вижу. Взглядный вечер всем. Взглядный вечер. Здрасте. Здравствуйте, Грин. Рад вас видеть. Ну чё, как там этот палисадник бабушки? Или чё там делал? Палисадник бабуленьки? Мерцающий титанит нужен. Отмена. Подождите. Получается, они все мерцающими титанитами, да, грейдятся? Да, блин. Я их потратил. Ну, я ничего тогда грейдить сейчас не буду. Я просто... Новый уровень сделаю. Просто сделаю новый уровень. Ловкость вообще не дает мне урона, по факту. Нужно ли... А мне всего на 2 могу вкачать. Прикинь, всего на 2 каких-то там мелких стата. Силу тогда качаем и не паримся. На самом деле, когда-нибудь я дойду до какой-то высокой отметки. Какая-то полуголая девушка забанила тебя за смайлики. Понятно все с тобой. Ходит там к всяким полуголым девушкам. Опаньки, какая боль! Какая боль, какая боль! Меч, меж, ягодиц. 2-0. Блин, он мне серьезно так задвинул. За трещину у меня все. Но я сейчас еще одного убью здесь рыцаря и сяду отдохнуть. И потом уже отправимся. О, это вообще не то. Куда я попал? О, Игнаю, здрасте! Какая-то пол. Это не моя, говорит. Ну ладно. Точно? Прикиньте, насколько я уже обдолбался в этот New World. Я сейчас кувырок делаю, свап оружия нажимаю, чтобы на лук смениться. Это все, это диагноз. Это диагноз, ребятушки. Это все. Как говорится. Плюс 1000 душ с одного. Прикольно. Никакие полуголые и голые бабы не заменят силу бороды. О, силу мужицкой дружбы, да? Ты про это всего? Так, ну ладно. Поехали дальше. Буду этих рыцарей колошмать просто. Кто-то отдохнул и снова рыцаря убиваю. Все. Делов-то. Только успеваю ему меч вставлять. Мы уже говорили о том, что лучник это диагноз. Да. И ничего с этим не поделать, к сожалению. Даже, говорит, Игная, подтвердить, что я твои смайлы распространяю. Да я верю, верю. Ты вообще лучше. Вот если бы все как ты делали, Грейгот, уже бы у нас миллиард сейчас было на канале. Мы бы уже самыми популярными на Твиче стали ребятами вообще. Если бы все как ты делали. Парам. Ладно, все, последний трай. Ну, блин, я просто не ожидал, что он опять меня ударит. Не хочется начинать, так сказать, прохождение с пол хп, да? Такой себе.
Блин, офигенное настроение вечернее вообще. Ничто не предвещало беду, как говорится. А потом бабах! И ты пропускаешь два удара или доходишь дальше. О, боже мой, я вспомнил. Я вспомнил, что сейчас нас ждет. Арнштейн и Смаук здесь будут. О боже мой, это провал. А здесь, кстати, какая-то тоже, по-моему, есть штука секретная. Да-да-да, помнит мой мозг еще эту фигню. Не знаю, откуда он это помнит. Но я проходил очень давно. Я тоже распространяю, только я провожу 90% времени на Твиче на твоих стримах. Блин, ты еще лучше даже получается. Куда этот проход вообще? Блин, это неприятно. Иди вообще. Да, это правда. Он преследует меня. Да тебя сложно не преследовать. Я куда не зайду, ты везде находишься. Мне кажется, ты всех преследуешь. Даже получается. Блин, неприятная, да, атмосфера здесь? Ну, не в таверне, конечно, а вот конкретно здесь. Ужас. Ой. Это сокровищница, кладовая. И я вижу уже одного этого охранника этой кладовой. Так, что у нас здесь? Зуб дракона. Между прочим, это тот самый меч, с которым... Это ж Хавил, вот этот Хавил был тогда зубом дракона. Это все его шмотки, кстати, здесь лежат. Да, это нереально сложно. О, боже. Народ любит вас, милорд. О, боже мой, блин, офигеть. Я даже смогу их надеть, походу. Народ любит? Ой, спасибо, народ. Блин, как классно, народ. Народ такой классный. Так, как бы по весу. Я помню, в предыдущей версии можно было по весу отфильтровать. Ты что ли, короче? Вещи. А я за тебя не голосовал. А ты зря, кстати, вот. Зря. Ты проголосовал бы и жил спокойно. Сейчас просто хавельнутый я буду, и все, просто. Можно вообще не париться. Берешь хавел, и все. Кувырок, что там? Бум, просто на врага можно упасть и его задавить нахрен. Просто что за дичь? Сколько у меня перегруз вообще? 62, кстати, еще дофига места так-то. Ну-ка, если лук убрать, будет чуть быстрее. Не, вообще не быстрее. Просто кусок говна. Ты там ошибка в нолик у бота, исправьте. Что за ошибка? Где? Какой же я дебил! Боже мой! Ну к нему умри, умер, блядь. Умер, серьезно. Забыл, прикиньте. Блядь. За этим Хавелом сраным. Капец, так тупо просрать человечность. Иди нахрен, Хавел, плохой. За тупони. Как вообще просто отвратительно, блин, как это возможно было? Здравствуйте, леди Роуз. Вы представляете, что произошло сейчас со мной? Вы не поверите. Я шелся, спокойно, никого не трогал. Нашел тяжелые доспехи. Думаю, блин, ничего себе. Начал играться с ними, такой надел, так поносил, по-другому поносил. И просто из головы вылетело, что меня ждет опасность в соседнем, ну, вообще, за углом. И я как бы ничего не подозреваю. Все пропало вообще. Все пропало. Ну ладно. ГГ, ВП. Мимик всегда убивать? Нет. Только таких худощавых, как я. Бэм. Ну ничего, мы сейчас отомстим эту подонку этому. Мы отомстим ему? Отомстим, правильно. Еще да. Ребят, как день провели? Потеряли доспехи. Сейчас все вернем. Здесь, слава богу, недалеко, и это было максимально тупая. А может тут еще, кстати, есть какой-нибудь проход тайный? Кто не помнит? Кто-нибудь. Так, ну ладно, гаденыш. Сволочь такая, умри. Мерзкое создание. Дубина тайны. Тайная дубина.
Ну это просто дубина тайна, как бы. Скорее всего. Ну, вообще Хавел, давайте почитаем, что это за зуб дракона и что за Хавел такой. Доспехи воинов Хавела скалы, высеченные из цельного куска камня. Огромный вес сравним разве что с уровнем представляемой защиты. Воины Хавела никогда не отступали и не покидали поле боя. От тех, кому не посчастливилось столкнуться с ними, осталось лишь мокрое место. А сейчас я скажу, почему мокрое место. Потому что владели эти воины вот такими штуками. 290 урона просто. 40 силы требует. Сделано из зуба пресносущего дракона. Легендарный большой молот Хавела скалы. Зуб дракона никогда не сломается, ведь он тверже камня. Делает воина невосприимчивым к магии и огню. Серьезно? Я не знал даже такого никогда. Это правда? Что за звуки такие? Колдует кто-то. Слышите, да? С этой стороны открыли. Ну ладно. Не больно-то и хотелось. Вообще не хотелось ни капельки. Но нам наверх получается. Единственный путь сейчас наверх. Ой. Да блять, ну почему? Надо его заполучить. Так он и есть у меня этот воин. Ой, этот зуб дракона. Просто я им пользоваться не могу. Слишком мало силы у меня. Я слабенький, маленький воин. Худощавый, умираю с одного удара. А тут что у нас? 5 хилок всего? Блин, 5 хилок нам явно не хватит. Надо больше хилок. Больше хилок. Опа-на. Ой, Нерби Ориджинал. Спасибо за фоллоу и добро пожаловать в нашу таверну. Угощайтесь элем, будьте как дома и приятного просмотра. За знакомство, ребят. Кружка с Малик Хей, так сказать. Иронай, здорово. Здорово. Ой-ой-ой. На тебе. Прокачка перса. Да, будем качаться. Ну что-то прям вообще опыта мало у нас. Сейчас же можешь с одной человечества до 10 разжигать. Так у меня нету человечества. Ни одной я нежить вообще. Чмо. Извините. Какие дела? Никто и звать меня никак. Бедный. Никому не нужный. Опаньки, это друган того чела. Пошелся. Твой друг убил меня. Из-за него экс. Ух ты, золотая монета. Золотая монета, золотая. Так, что это такое? Золотая монета с изображением отца Ллойда, окруженного ярким сиянием. Даже самые дорогие монеты мира людей имеют низкую стоимость в Лордране, где принято расплачиваться душами. Их носят с собой те, кто мечтает выбраться во внешний мир. Ага, понятненько. Стоит такой, смотрите, страшно. Да блин, откуда здесь столько мимиков? Бежит ко мне. Бежит рыцарь, походу. Слышали? Бег был. О, нифига себе. Кстати, это... Здесь жил или живет Орштейн. Скорее всего, убийца драконов. Здрасте. Не подскажете, где здесь Смаук, Орштейн? Ты кто? Боже, я... Ой-ой-ой, да ну нафиг, эти мерзкие чудовища, я их ненавижу больше всех вообще. Я не знаю, как их убивать, есть какой-то план? Я вот этих чуваков вообще не знаю, как убивать, они меня всегда калашматят в нулину просто. Я им бью по 150. По-любому должен быть какой-то легкий способ убить их. Ты с мимика лут забыл, Нубасина. Ай-яй-яй-яй-яй, какой же я
Как ты забыл? Ничего не забыл? Или он с другой стороны был? Да, точно. Все. Спасибо большое. Безмерно благодарен вам. Серебряный монет. Ну, наверное, то же самое, только серебряный монет. Здрасте. Ух ты. Что это вообще такое? Следующая будет медный, наверное. О, какая. Мадемуазель. Неплохо она тут устроилась. Он что, меня видит? Он видит меня? Ах ты какой, а? Мерзавец. Стоит тут. За углом. Ну все, тебе хана. Трюньк. Не, ну кажется, они очень легко умирают, да? В целом. Сейчас будет невероятное вообще место. Ты выходишь наверх, а там тебя ждет смерть. Много. Ты пришел в мою обитель, ты теперь мой вечный зритель. Ты не мы, не лица спектакля одно. Божечки. Амлет Шамрок. Диманда, спасибо тебе огромное, что ты остаешься с нами 14 месяцев уже. Кружки в чат за нашим, и пусть в твоем сердце всегда горит огненная коза. Скол, друзья! Демандос. Как делишки? Рассказывай. Спасибо большое. Разбежался. Видели, какой у него выпад был? Просто... Оп, побежал. И не попал никуда. Вот так вот. Слушайте, ну когда ты проходишь, после того, как уже играл в эту... Верь в свет! Опаньки! Тролль дважды приветствует Алюшка. И у вас что там, отношения какие-то, что ли? Почему ты такой особенный для нее? Все, ой. Блин, вот это бесит. Чуть-чуть не докрутил. Я ковидом переболел. Температура 39. Ребятки, это фиговенько, я вам скажу. Я тебе верю. Я тебе верю. У меня 38 было недавно с чем-то. С половиной. Но это простуда была. И мне тоже не понравилось вообще ни капельки. Вообще вот. Ну, нисколечко. Вы знаете, куда этот путь вообще? Это путь к смерти своей. Здесь надо шорткат открыть. Это с первого этажа, где костер. Там их двое, офигеть. Фух, второй не согрел, слава богу. Он меня здесь убьет, да? Я... Фу. Ну что за сложное место? Наверное, это и расчет вообще был изначально. Люди трепещут при одном звуке вашего Джасманова. Имени, сэр. Джасманова, приветствую Всевышний. Кружки в чат за наших. Страдаем. Но умирал. От мимика сдох, блин. А так впереди все сложности. Чуть не хочешь драться мне. Пока не страдаем, но сейчас впереди как раз уже будет оно самое. Впереди Анштейн и Смаук, и вот там будет... Опа! Доспех серебряного рыцаря. Невероятно крутой на внешний вид. Блин, посмотрите, сколько драконов он поубивал, этот Анштейн. Вот мне с ним сражаться придется, прикиньте. Даже он гиганта какого убил. Охренеть вообще.
Вечер добрый, таверна. Водка, приветствую. Давайте сначала все тогда расследуем здесь. Шорткат открыл. Короче, ребят, расскажите, как убивать эбонитовых монстров. Вот, которые сидят в этой комнате. А, вот там Марштейн, кстати, вроде. А может и нет. Вот этого чувака вообще, как его убить? Он неубиваемый. Он мерзкий, ублюдочный, вообще плохой. Как-то грубо я с ним, конечно. Ну, в принципе, он не виноват, что он такой, да? Блин, мне еще в лесу надо забрать где-то лук хороший. Вы же мне говорили, иди в лес, забери лук. Но я его не нашел. Против, ну, против него нужно реально специальное оружие? Не, погоди, ты серьезно? Прям без шуток ты говоришь? Гага, ВВ. Понятно. Понятно. Не, ну а что победа! Такого? А что такого-то? Он просто большой, а ты нет. Что такого-то? Вот я их не люблю. Я вам говорил про это, да? Было такое, нет? По-моему, упоминал, да? Пару миллионов раз. Это, блин, представляешь, вот Джастман Авар, тебя еще не было. Я раньше, каждый раз, когда умирал, отжимался 30 раз. Но потом, а, и ты же знаешь, ты в курсе, да. Потом у меня появился ребенок, и я сейчас, типа, как-то не занимаюсь этим. Хотя надо бы, кстати. Хотя бы до 20 может сократить. Блин, ну что-то так лень. Вот она вся старость. Обленился, да. Ну как старость, не старость. Ты спиной меня ударил. Ты спиной меня ударил. Что ты творишь-то? Мне душу надо забрать, уважаемый. Амон, тебе заказали Dark Souls? Да. Ты начинаешь понимать, да? Ну блин, ну мне надо делать это. Я хочу делать, но... Ленина больше, чем хочу. Ленина больше, чем хочу. Мензард, привет. Я, кстати, если пройду, я пройду вот просто. Типа, не отвлекайся, стой там на страже, все дела. Молодец. Молодец. Итак. Дубль 2. Берешь мелкую на руки, приседаешь. Собака такая. Как мне с ним сражаться? Давайте подумаем вместе. Ну, во-первых, я должен обладать невероятным балансом, да? Хай, приветствую, Гулливер. Всем здрасте, ребят. Сколько брони? 14. Чем он вообще бьет? У него 14, 15. Серебряный рыцарь вообще хорошую броню дает, да? Ну, хава, понятно, без варианта. 21 серебряный весит, 4,8 весит. 21,4,8. 15,4,8. Ну, блин, серебряный рыцарь лучше, чем элитный. Извините. Доспехи серебряных рыцарей, защищающих Анорлонда. Когда повелитель Гвин решил привнести в мир огонь, его рыцари разделились на две группы. Серебряные рыцари остались в брошенной столице и служили своей богине. Выглядит сет очень клево. Хотя нифига не клево вообще. Не клево. Будем считать это перекатом, если что. Между нами. Да просто пофигу вообще, он просто уничтожает. Да как так-то? Офигеть, офигеть просто. Ой, я понял, кажись. Я, кажись, понял, ребят. Ну, да, не до конца. Ну, понял, в принципе.
Вот, все. Все, понял. Все, ты у меня в ловушке, гигант-мутант. Надо вот за руку заходить обязательно. И ни в коем случае больше двух раз не бить. Ой, ты что такое делаешь? Офигеть. Просто урон нереальный. У меня хилки, кстати, кончились. Я не до конца понял, видимо. Ой, только не третий. Как так-то, блин? Старик, похоже, когда я пройду последнюю миссию, вот тогда и начнем. Вчера всю ночь сидел до 6 утра, не мог пройти. Так, ладно, плохая идея одевать этот тяжелый сет. Попробовали, все. Нифига не работает. Нифига. Ну я, кстати, выживал, а так бы с удара, наверное, умирал. Наверное. Мне нравится сет странника. Не, кстати, возможно, нужно утяжеление какое-то. Раз я могу, в принципе, кувыркаться, может куртку потяжелее поискать? 23 броня, 21, 26, 23. Нет, тут уже не получается так. 3,5 мне надо, давайте чуть-чуть больше что-нибудь. Блин, все-таки стрёмные. У меня не так много разных тел. Это точно фигня. Да, у меня что-то их вообще нет. Кстати, смотрите. А, ну тут броня от магии лучше. Ну ладно, если перчатки или там ботинки, ну, штаны заменить какие-нибудь. Ту-ту-ту. Допустим, серебряный рыцарь. Все равно кувырок не получается. А сколько там загрузка-то должна быть? У меня странника 2,1. Попробуем 3,5. Остается 3,5. Но они из брони столько же дают. Даже меньше. Странника еще больше дают защиты. Лол. Прикиньте, весят меньше, дают защиты больше. Ха. Жесть. Перчатки вроде какие-то клевые можно надеть. 14, 12, 15, 13. Ой, да короче, вообще пофигу. Поехали. Все, сейчас я смогу победить. Будут приседания-то, нет? Иди давай за мелкой. Да они там уже спать сейчас пойдут. Ой, ай. Ты что делаешь-то? Машет, как не знаю кто. Это как стали титана, Джимони. Блин, ну вы прикиньте, сколько... Опа-на! Верь в свет! Верь в свет! Великий Иллюжин, здравствуйте! Смотрите, перед глазами его друга сейчас буду убивать. А ему вообще пофиг. Кореша, значит, бьют на его глазах, а ему пофиг. Стоит, охраняет свои сокровища. Еще один щит. Просто коллекцию щитов буду собирать. Кто-то вот голову дракона собирает, я буду бошки... Ой, щиты собирать. Mortal Shell стримим. Да, прошел полностью на релизе. Хорошая игра, но она такая. Ой, что-то я достаточно легко сюда забежал. Погодите. Извините. Извините, я не к вам. Подождите, пожалуйста. Mortal Shell прикольно, мне понравилось. Ой, теперь есть проблемы, кстати.
В общем, на что у меня сейчас идет расчет? На то, что он будет прыгать, и я буду отскакивать от его удара. Видали? Ха-ха! Чем ты меня зацепил-то вообще? Да вот, блин, он как будто вторым ударом бьет от этим. Инерция от земли типа идет. Вот, видели? То есть... Я не понимаю этого монстра вообще. С задержкой или дважды он бьет. Как это работает вообще? Блять, как с ними драться? Это жесть какая-то. Это невозможно убить. Он, то есть... Я отскочил от удара, но после этого он все равно чем-то меня убил. Причем достаточно сильный дэмидж наносит. Чат, ну без вас не справлюсь. Ё-моё. Нужна инфа, как их бить, чё за фигня? Mortal Shell это как Dark Souls, да. Причём очень похоже, но там вообще галлюцинации такие, что охренеть. Так. Ну ладно, я хотя бы кружить научился этих чуваков. Ну и нафармим немножко с них. По 2000 каждый поход. Мне, правда, на левел надо 1 000 000 000. Так, ладно. Вот что это такое-то было? Все, да. Я, короче, его застрелю нахрен с луком, мне бесит. Невозможно его в рукопашку вообще убить. Задолбал меня. Не, ну реально, а как с ним драться, я вообще не понимаю. Абузони, говорит. Да как это Абузони? Ну давай расскажи мне, как его убивать. Я уже все попробовал. Ладно, давай еще попробуем. Ну, действительно. Такой достойный соперник, надо научиться убить. Давай, все. Изи. Может, в другую сторону надо заходить? За ногу? Что-то швырнул меня там вообще. Не, нормально, нормально. Порхай как бабочка, да? Просто охренеть. Да я говорю, я делаю отскок. Фигня какая, ну сейчас еще один. А, хилки. А, может по голове надо? Ага. Может ему надо в бошку просто давить? Может прям по голове дать ему и все? Фух, так. Очень просто. Берешь и бьешь, говорит, и не ноешь. Ладно. Не, не убить мне его. Я не понимаю, у него должно быть уязвимое. Я сейчас гуглить пойду, короче. Я все перепробовал уже. Не знаю, хвост у него не отрубается. Хвост не отрубается. Уязвимого места нет. Урона физического нет.
Я уже этих щитов наубивал, миллиард. Должен быть способ его легкой смерти. Гуглить это совсем обузаем. Да я не могу уже. Ну как его убивать-то? Чат не подсказывает, никто ничего не говорит. Я уже по-всякому его просто пытался убить. Там, почему они там? Почему они там? Сука! Теперь все, точно бомбит. Я же умер около 500. Как у меня горит очаг! Да быть такого не может. Блин. Ты что ты меня зажал тут в углу? Выпусти. Меня заобузили, короче. Меня заобузили. Это новое такое выражение. Так, слышь ты, тварь. Все, в лицо бью. Да какого хрена вообще? Я... Это даже не босс, блядь. Это просто чмо. Сидит здесь и нервы мои портит, тратит. Это вообще никто... Он даже не гражданин. Он просто тут находится и все. Я не понимаю, как их убивать-то? Макс, bet only. Добро пожаловать в нашу таверну. Давай бахнем, чтоб я успокоился. И тебе привет. Мана Эля, за здоровье твое. Ребят, кружечки в чат за знакомство. Кружка с Малик Хэй. Все, вот. Кружка с Малик Хэй. Можно хоть прописью, хоть кружками. Сами решайте, как нам лучше. Нет. Зато терять душу теперь не жалко. Да ладно, типа, подумаешь, умер пару раз. До 6 утра еще далеко. До 6 утра. У тебя что, выходной там, что ли? Так. Да нет, я смогу его убить, Иди сюда. Рано или поздно, кстати, рыцари вроде закончатся должны. Не смогу. Пощади меня, фортуна, я не знаю, кто это. Так, ладно. Должен быть способ. Слушай, ты случайно не знаешь, как его убивать? Макс, Бетон. Ты не знаешь, как этого демонюгу убить? Слушай, подскажите, в New World реализован аукцион между игроками? Да, конечно. Гораздо лучше, чем WoW. Дай душу-то собрать хоть. Хрен я тебя, понял? Козёл какой. Точно, он два удара делает. Да, и от него не уклониться, как бы. Thank you.
Ну чуть... Получается, единственный способ уходить вот так вот и потом заново сближаться. Все, я, короче, придумал стратегию. Я придумал стратегию, прикиньте. Пока. Ну, он так долго замахивался. Я уже, у меня нервы сдали, и я все-таки кувыркнулся раньше до удара. Скажи, такой мерзкий. Вот этот моб, он хуже всех боссов, наверное, в игре. Вообще, как его можно убить, блин? Ну, вы видели, он такой... Долго-долго, я уже все ждал до последнего. И потом все равно кувыркнулся раньше. Сука такая. Ненавижу его. Боже мой. Так. Я воин покоя. А твоя, говорит, жена тебе тоже врет, что ты еще молодой и полон сил? Нет. Не врет ни хрена. Хотел бы, чтобы врала, наверное. Но мы любим правду говорить. Точнее, я, а она не знаю. Наверное, ей бы не хотелось, чтобы я говорил. У меня уже есть такое копье. Так получилось, что я, ну, бывает, говорю не то, что хотят слышать, короче, люди. Но я отмазываюсь тем, что... Вообще не весело уже, честно. А, новая команда, кстати. Прекрасная команда для любителей команд. Из Ведьмака вчера. Крылья баклана. Вот. И вы сейчас это услышите, попробуйте петь ее тоже. Это великолепная песня. Попробуйте просто спеть и все. Это почти как мой StarCraft. Ой, все, выбил уже в двойном экземпляре. Но когда-нибудь они пропадут, эти рыцари. Я буду бегать здесь и бить эту тварь. Видали, как уже профессионально? Гладит Светлана. Че там за Светлана? Че? Лол. Мы, походу, весь стрим будем его убивать и не убьем. Уже час, кстати, прошел. Держу в курсе. Слышь ты. Ублюдок. Чуваки! Чуваки! Чё? Чё это такое? Не прыгай, только не прыгай. Не, не сработало. Думал, нифига себе, я научился кое-что делать, но нет. Нифига не сработало. Нет, последний удар по нему. Все, победа! Это такой легкий монстр вообще. И сколько с него? 5 титанитов демонических титанитов. 5 штук дали. Ну, это того стоило, конечно. Нифига себе. Мне кажется, это просто... Фух. Так. Изи вообще. Изи. Изи. Ну, приноровиться просто надо, и все, делов-то. Куда я иду там? Бесконечная лестница в небо. Ой, я... Простите, простите, пожалуйста. Ой, ё-моё. Что же вы делаете-то? Я не хочу умирать сегодня, ну, пожалуйста. У меня хороший день, я сегодня победил. Ногу тебе сломаю, понял, за такое? Что так сложно вообще прям? Каждый момент какой-то просто испытание. Куда мне идти?
Вот, говорит, веселье закончилось. Да погоди сейчас, впереди Орнштейн и Смаук. Я этих боссов первый раз, когда проходил, бил, знаешь сколько? Вот не поверишь, 3 дня. У меня был отпуск, я 3 дня. Я закрывал нахрен игру. Красивенько! Уходил просто, бухал из-за того, что мне было больно. Снова приходил, включал, и повторялась вся картина. О! Привет. Чего можно тут сделать? Как тут вообще оказался? А, снова ты. Так угадаю. Тебя не приняли серебряные рыцари, да? Полон, не стыдись этого. Это наша судьба. Судьба отважных воинов. Я что-нибудь придумаю. Вместе мы найдем решение. Мишлен стоит, да. Ну и передряга, конечно. Нам понадобится еще 5 тел. Действительно, неловко получилось. Каких тел? Что случилось? Бухать, потому что не можешь пройти босса. Такой стадион, как грязь, но я не... Ну я трактирщик, что мне делать? Наверис, привет. Ну и передряга. Что тут вообще происходит-то? Понятно. Чувак, а ты помогать будешь? Нет. Нуп. Давай-ка с тобой здесь подеремся, а то ненароком еще луковку прибью. Это что, щит паучьего когтя? Он самый клевый, да? Но со щитом, с странником клево выглядит. Больнючий как бьет, а, гаденыш. Так, ну погодите-ка. Выходит, что все, я здесь все победил. Там я, кстати, был снизу. Только почему-то я дверь эту, кстати, не открыл. Или это не то место? Надо костер апгрейдить. Или был я здесь? Нифига не был здесь. 2 рыцаря. Да ну нафиг. Ой-ой, все, я случайно, извините. Сейчас не специально, не хотят, не специально, говорю. Бэм. Держи. Подарок. Ой, да я тут, в принципе, везде горел. Когда-то, когда проходил первый раз давно. Тут не было ни момента, где бы я не горел, в принципе. А теперь вон как ловко получается. Тюнк. Минстер Джингл, здрасте. Сундучок. А в сундучке демонический титанит, еще 2. Блин, а что улучшается от этой картины? О, этим титанитом вообще. Офигеть, так это то самое место. Вот здесь вот 2 сундука было. Мимик, да, здесь лежал? Это просто с другой стороны я пришел. Кстати, я вот здесь еще не... Что ты делаешь-то? Я, конечно, люблю луки, но... Когда я ими пользуюсь... Кто-то бегает, слышите? Куда ты возвращаешься? Ну, стоять. Слышите звуки топающих ножек этих мерзких? Стрела драконоборцев. Здрасте. Где я вообще? А, луковка он стоит. Здорово. Так, ладно. Куда нам вообще идти-то? Куда нам идти? Здесь я был. Хочу обследовать просто все целиком, чтобы уже дальше двигаться. Здесь мы, получается, были. Здесь я был, да? Да. Снизу демон сидит. Ну и выходит, что путь у нас остался только один.
А, еще вот здесь, по-моему, не было. Нет, там позже было, получается. 15600, даже, блин, на один левел не хватит. Сейчас мы уже идем в главный зал, походу. Вау! Что такое? Где? Что это, Мишлен стоит? Больше или дольше? А, у вас там свои, да, какие-то терки? Ладно. Блин, он как это делает? Как он это делает? Ты как можешь так сделать вообще? Жесть какая-то, крутится на месте. Невероятный воин в серебряных доспехах. У нас, кстати, хилка даже не улучшена. Все, отсюда мы идем, получается, вот сюда. Здесь же черное око нам понадобится вроде, да? Где-то здесь вроде. А может и не здесь. Люди трепещут при одном звуке вашего имени, сэр. Всевышний Храмыч, приветствую тебя. Выпьем же за наших жен, говорит. Нифига себе какой. Ты что там, нажрался что ли, Южин? Вот это да. Дыра. Интересно, куда? Обожди пока. Да не, просто жена, говорит, пистолет к голове приставила. Понятно. Так, а это куда? Тоже непонятно, куда. Кузнец. Как тролль, не может никуя. Интересно, а здесь костер есть рядом, нет? Что происходит-то? Что это было сейчас? Она не выделялась у меня. Тварь какая. Конечно, я не достаю до нее. Какое мерзкое. Все, давай сдохнем нафиг. Бесячка. Оу, шорткат получается. Можно сразу будет идти от костра главного сюда. Супер. Великолепно. Давай ты тоже куда-нибудь рухни нафиг. Ну, сработало. С них 500 душ дают. Неплохо. Да гол на босса, говорит уже. Да блин, ты понимаешь, кто там босс вообще? Там Орштейн и Смаук боссы. Их невозможно убить вот так вот просто так. Ну как бы профессионалы, конечно, убивают. Я вообще не могу. Сейчас мы тут все сделаем, поговорим со всеми. Смотри, какой милый мужик. Тик-тик-тик, что там кует. Че куешь там? Ты кто? Ковать тебе оружие? Не, давай поболтаем. Говорить нехорошо. Ковать очень хорошо.
Я тебе помогу. Давай поболтаем. Нехорошо говорить, только ковать. Давай. Ты друг. Ты говоришь. Но я рад. Не надо говорить, но я рад. Ну, типа, кузнец какой-то. Купить предмет. Что можно у него купить? О, мерцающий титанит можно купить. Их только два у него. Купим два. Осколки маленькие для апгрейда и так далее. Шмот великанов. Лунные стрелы, кстати, какие-то. Ну-ка. Даруются тем, кто вступил в орден Гвиндолина Темного Солнца, младшего ребенка повелителя Гвина. Лунные стрелы сияют серебром и наносят урон магией. С него вроде лук делается. Из Гвиндолина. Какой-то. Нифига, шлем великана. Понятно, он доспехи великанам кует. Повелителя Гвинта, да. Можно еще усложнить себе задачу, убив сначала Смауга. Броня Орштейна крута, конечно, да. Смауга. Я, по-моему, его, кстати, первыми убивал. Я помню, такая боль была вообще нереальная. Но я там не парился, я просто кого убил, того убил. Там мне было пофиг. Можно изменить снаряжение. Что-то там добавить им. Усилить оружие. Блин, вот я могу сейчас улучшить меч свой. Черного рыцаря. Плюс 3 сделать. Улучшить или нет? Или все-таки покопить эти штуки на другие мечи? Да, наверное, улучшить, что париться-то. Раз мы уж с ним идем, да? Следующий уже будет плюс 5, и мне для этого надо 3 камушка и все. А, это все потому, что ты не брал с собой Бильбо Бэггинса. О, поверь мне, я хотел бы взять его с собой. Мне просто никто не предлагал. Я и то. А где мне сушильный шест взять? Типа такой здоровый. Или надо в первом городе убить кого-то еще? Мне надо найти пушку, которая улучшается чем-то таким... типа демонического титанита. Я пока ни одной такой пушки не нашел. Или это с оружия с боссов улучшается демоническим титанитом? Блин, реально, это походу... А, вот, смотрите, драконья чешуя. Непонятно, короче. Мерцающим титанитом. Но у меня нет душ. И еще лук мне надо найти где-то. Черный лук. Ну ладно, я пошел. Хорошего тебе дня. У меня, блин, хилок нет. Мне надо вернуться сейчас тогда. Вон туда, к костру, похилиться и уже к боссу идти. Ну или не к боссу, там еще будет кое-что. До босса. Ой, сильно. Да, прям здесь вроде. Пробегаешь просто, там костер. Точно, хороший шорткат вообще. И там он, кстати, плюс 10 сразу вроде. А, погодите-ка, я же еще... После Орнштейна и Смауга как раз будет это... Джебнифер или как там ее? Королева, принцесса, дочь повелителя Гвина. Как тут ее зовут? Блин, нифига себе шорткат, бежать полгода. Гвиневер, да. Откуда у тебя был костер ближе, чем ты сейчас бежишь? Да, но там у меня было 5 хилок, а здесь 10. Я просто сейчас хочу взять, потому что мне еще тронный зал исследовать сейчас до того, как биться с боссом. Кстати, вот этот сет странника, он как раз дает высокую сопротивляемость молнии, что очень круто. Да, освежил в памяти, для оружия с душ боссов как раз демонически требуется. Ага. Тебе удалось выжить, впечатляет. Восстанови силу у костра. Я могу, кстати, усилить хилки еще у нее. Но... меня беспокоит.
У меня сейчас душа есть этой хранительницы огня. Мне она нужна или нет? Ладно, усилим. Мне сейчас нужна усиленная хилка. Нужна, лол. Возняк. Мне очень секс, кстати, крутой продается. Ой, точнее, падает с него. Я ее убивал тогда, и тут костер потух. Так тупо было, конечно. Так. Говорить еще можно усилить костер. Давайте. Скоро будет битва с виновником. А, ну так вот, здесь и будет в зале, в тронном. Я уже око-то себе поставил. Мне сейчас нужно, знаете, что сделать? Две человечности для улучшения костра. А я могу вообще выше улучшать, чем 10? Так та душа у виновника есть. А, ну все, круто. Вы не можете выживать, блин. Так я знал, что нельзя, блин. Только две души зря потратил, две человечности. Ну все. Это фиаско. Че еще за обряд вообще? Где мне его проводить? Вы должны провести обряд, говорили они. Так тот в замке может зажить до 10. Ну придется сейчас идти до него. От него ближе бежать к Смаугу. Я надеюсь, я не умру по пути. Но это нужно обязательно сделать. Если я не сделаю этого, я сейчас просто 100% просру эти все. Блин, клевая игруха. Я вот играю, даже не ощущаю того, что она такая старая. Ремастер, конечно, хоть и называют плохим, но все равно он офигенно помог игре. Но хотя говорят, что моды на графику еще красивше, чем этот ремастер. Ой, там что-то лежит наверху. Походу, эту штуку можно сверху забрать, если из окошка выпрыгнуть вниз. Да, наверное. У всех хранительниц уже до 10 возможно выжигать. Но это я знаю. Как так-то? Я же нажал прыжок. Было бы круто сейчас умереть просто. У меня эти гаргули тогда убили. Убили вот этого чувака. Прикиньте. Если сравнивать с ремастером Demon Souls, то Dark Souls не сильно улучшил. Ну да, там вообще круто, я видел картинки. Точнее, я даже стрим смотрел какой-то. Опасный момент, не говори. Они видели, как прям не очень не стреляли. Его чудом просто спасло. Все, он там босс уже. Мы сейчас вернемся. Для того, чтобы зажечь ближайший костер. И идем к боссу. План такой. Нифига себе, я с этой стороны что-то не помню. О, луковка пропала, и солос. Так, хорошо, вот смотрите, господа и дамы. Если Dark Souls, Demon Souls и Bloodborne, что из этого мохнача? Да, у меня такая хикардия была. У меня самого хикардия была, миллиметр хп, блин. Что опаснее? Лично я Bloodborne очень легко прошел, не сказал бы, что он сложный. Мне показался он простым. Хоть я и первый раз играл на джойстике вообще. Ну, потому что на плойке. Это единственная игра, которую я на джойстике прошел. Demon's Souls я вообще не играл.
понять не имею, что там. Демонсос вообще даже не знаю, что вообще там есть. Ну, Dark Souls, мне кажется, сложным. Ну, первый, мне кажется, самый сложный. Третий я тоже проходил нормально так. Без особых проблем. ББ казуально, хоть и без щита, но отскоки в бок хоть 20 раз делать. Да, 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 да. Не знаю, я так как играл раньше всегда с катанами, я первый раз с щитом играю. Решил не усложнять, так сказать. Большой лук драконоборца. Ну-ка. А, он вообще большой какой? Чего ему? Совсем, что ли, большой? 90 урон, все. 20 ловкости не хватает. СЦ. Лук драконоборца, в котором руководил Гох. Соколиный глаз. Один из четырех рыцарей Гвина. Из-за больших размеров перед выстрелом его нужно укрепить на земле. Стреляет только... специальными большими стрелами. Ну-ка. А, ну он, наверное, вообще здоров. А как мне отсюда выйти? Да. А, вот же. Блин. Давайте попробуем стрелять. А, у меня сил, ловкости не хватает его носить. Я сейчас сдохну, вот я сейчас умру. Хотя мы все уже выполнили. Кстати, говорят, у них очень клевое копье. И что это сейчас было? Ты же мерзкий, ты чему, блин? Ненавижу тебя. Какие они все бесячие, у них у всех такие тайминги просто. Каждый монстр меня здесь бесит. Они так медленно взлетают. Потом где-то сверху тебя бьют с такой еще задержкой, знаете. Не так, что типа увидел удар, увернулся. Нет, надо тайминги вымерять везде. Dark Souls, естественно. Демон — это проба пера, чисто наработка. Bloodborne — хороший лор и мир прорисован. Хороший босс, интересно. Да-да, но беден на виды оружия и, соответственно, билды. Я прошел Bloodborne с первой пушкой, которая шест какой-то. Не шест даже, а это плетка, короче, такая. На ловкость. Вообще офигенная пушка. Хватит уже. Хватит, я сказал. Все. Заколебал просто. Блин, еще с этими гигантами. Там еще дверь открывать, шорткат делать. Вы чувствуете, как дрожит черное око. Можно единичку ролл. Тебе можно, конечно. Ты же научился выбрасывать. Торгайся. Но я сейчас убью двух этих стражей. Или как? Или пофиг на них? Или не убью? Бля, вот это удар. Волшебники, что ли?
Ладно. Я не знаю, они будут в том мире вообще или нет. Блин, серьезные монстры. Все, он там мега-босс. Ну, этот удар слаб. Какие шустрые ребята. Итак, врываемся. Где там было? Вторжение в мир виновного в обличии духа мести. Ой, какая сейчас там дичь будет. Меня сейчас убьют опять. Точно. Ой, точно. Вы вторглись в мир рыцаря Лотрека. Тут еще чародей сейчас будет, мерзопакостный же, да? Охранник. А у меня тут неограниченное время. Могу тусить как бы с ними, да? Даже не попал. Все, побежали куда-то. Чуваки, вы вообще не туда побежали. Ребята, вы чего? Вечеринка в другой стороне. А, понял. Ой, он же такой мерзкий вообще. Он еще бесшумно ходит, кстати. Могу я на него упасть? Что это было сейчас, Амоня? А, он пробивает через броню, прикиньте. Ему вообще на щит просто пофигу. Ну это было, конечно, это было затупок. Неожиданно. Затупони. Да блин, почему? Не вижу эту игру. И как ты сейчас, блядь, развернулся такой? Да ладно, сейчас я его одолею, вообще нифига. Сейчас увидите, смотрите. Тут уже вообще момент отточен до совершенства. Да все, сейчас убью, короче. Все, 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 все. Идет, вперед, вперед, вперед. Без тени сомнения. Без вообще. Просто надо поверить в себя. Когда веришь в себя, все лучше идет. В себя и в свое оружие. Просто прям сейчас на пофиг забегу. А, кстати, от души там у меня не потерялись. Какая-то жесть. Ну, я вторгаюсь в тебя. Нормально. Что сейчас тормознула трансляция? О, я не виноват. Она сама. Давайте, идите. Блин, все так бесшумно здесь. Все, давайте. Шума нет, ну снова задело, говорит. Еще троллит меня. Сколько еще раз эти ягнята побегут на бойню, говорит. Да кто его ударил там? Да блин, вы видели? Он просто остановился. Он должен был бежать на мой меч. И что-то ему 8 урона нанесло. Он остановился. Вы видели? Я в шоке.
Ну а сейчас-то что? Его не станлочит вообще! А, ему в прошлый раз тоже что-то урон нанесло. Ладно. Попробую иначе. Попробую его просто, ну нахрен, убить сейчас. Их просто четверо. Сложно, там еще магия херачит. Ладно, хотя бы бежать до него недолго. Почему его должно станлочить? Может, у него баланс повышен? Может быть, но я не ожидал. Просто он в легкой броне быстро бегает. Я думал, он быстро будет, ну, в стан попадать. У меня уже нервы начинают дергаться на руке. Вот тут, типа, психую потихонечку. А, можно прямо здесь, прикиньте. Амон, я Illusion выиграл. Че выиграл? Попробуй перед этой фигней встать, тогда он остановится перед этой фигней. Как бы в любом случае убегать надо, потому что их там дофига. Я думаю, упасть на кого-нибудь вообще. Сверху. То дэмидж вообще видали какой? Не, ну в принципе сработало. Ну то есть я магу почти пол хп там снес. Мне щит здесь нахрен не сдался, я так понимаю. Победа! Хорошо сейчас получилось. Блин, как похилить? Я слышу, как он бежит там. Да блин, он на меня упал, прикиньте. И сбил мне атаку. Что происходит? Что так неуклюже все? Я офигею. Попал я по нему или нет? Вроде нанесло что-то там урона. Хотя не, мечом же вниз не бил. Это каламбур. О, минус один. Он еще и... Вот, они здесь урон получают почему-то. Видели, опять 9 урон получил? Я не знаю почему. Ты издеваешься, чувак? Так. У него почти не осталось хп. Но он меня отпарирует нахрен, я чувствую. Ладно, целую всех пузиков. Пока, Грегет. Все, давайте.
Не, тварь. Заходи в мою обитель, будешь дорогой мне зритель. Я тебе спектакль волшебный покажу. Знак. Всем привет, Амвут Амхамай. Амхамай. Здравствуйте, Ром, спасибо тебе огромное, что ты остаешься верен таверне. Да прибудет с тобой сила добра и позитива. Ребята, кружки в час за наших. И огненный козырь, конечно. Ой. Не, ну изи. С третьей попытки пойдет. Слушайте, я не хочу с ними драться, я просто сейчас убегу от них. Просто убегу от них. Кстати, 10 хилок. Ну что, поехали? Мы готовы? Фу. Красивенько. Ой, что сейчас будет? Спасибо, Ром, большое. Вливайтесь в таверну, ребят. Становитесь постояльцами. Элитными членами нашей таверны. Вот они, убийцы. Ой, что у меня только здесь не было с ними. Просто жесть. Какие же они лютые. Я не могу. У меня страх от них просто от одного вида этих ребят. Я не знаю. Говорят, Эйнштейна надо первым убивать. О, все, он сам его убил. Просто, блин. Он еще назад отскакивает, то есть... Вот эти боссы, это прям вообще мега крутые ребята. Бытует мнение, что это не они, а копия оставлена. Может быть, как и сама Гвиндолин. Интересно, а щит спасет от этой колотушки? Но спасет. Наверное, разделить их как-то. Так, ну в принципе дэмидж очень хороший по ним проходит. Блин, вот он не улетал бы назад. Отвернул камеру. Блин, рано прыгнул. Вот когда он чаржится к тебе, его надо ловить. Где второй? Фух, ну я уже на опыте, короче. В принципе, вы бы видели первые мои попытки, как меня тут уничтожали.
Кроме того, что тут два босса, у них еще есть сюрприз, если кто не знает. Офигеть! Я не знал этой атаки. Крылья бакула. Фазана! Крылышки! Супер скрипа! Здравствуй! Они как рейнджеры собьются? Ну, увидите. А ты что, не знаешь, что ли? Ни в коем случае нельзя жадничать на несколько ударов. У своего, короче. Какого хрена? Там же босс. Бей сначала с магу, не ищи легких путей. Привет, помощь нужна? Пока нет. А, там зависит от того, кого убьешь, в конце сет будет того продаваться, да? Как его бить-то теперь вообще? Крылья фазана. Как его бить? Это было просто вот, ну, на тоненького. Баклана, кого фазана, амонь. Не достал, прикиньте. Нельзя к нему прыгать. Ой, все. Нет, нельзя умирать. Амонь, не умирай. Пожалуйста, не умирайте, осталось чуть-чуть, не рискуй. Вот этот мощный удар, он дает возможность. Блин, камера нифига не... Почему камера не наводится? Изи, первая попытка, лол. Ой, я их боялся вообще. Их 3 дня бил первый раз, когда играл Dark Souls. Душа Смауга. Блин, а я хотел душу Эрштейна. Ну ладно. А, или мне обе дали, я же того тоже убил. Чё-то прям, да.
Особенное удовольствие бить их, будучи магом. Говорит, приходится брать меч, использовать магию во время боя с ними. Себе дороже. Не знаю, я видел магию, убивали их. Так, а рогатого торговца в храме у него поменяешь на сет, говорит. А с этого Штейна? Блин, ну чё вы мне сказали с Мауга бить? Чат чё попросил, то я и сделал. У Арнштейна сет мега крутой. У тебя слишком много урона уже. Обычно тут люди с первой катаны плюс 5, говорит, били. С простой катаны. Простая катана вообще-то нормальная. Я с ней тоже проходил. Ну, я как раз с ней проходил первый раз. Но я бы и с простой сейчас убил. Поймите, сейчас проблема была лишь в том, что тебе нужно узнать тайминги, где можно бить и когда. Вот и все. То есть тут проблема только в этом. Получаешь душу и сет только последнего. Понятно. Ну ладно, буду иметь в виду. Фух. Новый уровень. У меня хп, кстати, маловато. Можешь просто хп добавить. Меч темного рыцаря. По ним наносит как-то повышенный урон. Так-то. А, ну я не знал такого, слушай. Читер говорит, не верю. В смысле, ну как не верить? Ну, видишь, с первой попытки прошел. Охренел вообще. В спидранеры пора, походу. Ну да. Так, ну что дальше-то? Приветствую тебя, красотка. Вот. Ну блин, какой момент охрененный. Вы только посмотрите. Офигенно. Избранный мертвец, тебе пришлось преодолеть такой путь трудный. Подойди ближе, дитя. А, что там? Тебе кольцо топовое дали с Лотрика. Но смотри, оно ломается, если снимешь и меняешь его. Что за кольцо такое? Вот это кольцо защиты и поддержки увеличивает здоровье, стойкость загружишь, ломается, если снять. Кольцо, символизирующее благосклонность и защиту богини Фины, которая, по легенде, обладала роковой красотой. Повышает здоровье, стойкость, количество переносимого снаряжения. Да. Оно идеальное вообще для меня, потому что теперь я могу переносить, по-моему, миллиард веса. 120 веса! Я теперь могу вообще быстрые кувырки, по-моему, в тяжелом шмоте делать. Нет, все равно неуклюжий кусок. 37 и все равно много. Ну-ка, при каком пороге, интересно, будет снижаться? Так, 10, ну давайте возьмем 4,7. Даже так не получится. 38, наверное, 30-ху надо. Давайте попробуем, 3,5 весит. 2,1, сейчас у нас 29,4. Ну да. 29,4 нам надо сделать, значит. Да. Мне все равно сет странника нравится, как ни крути, блин. Потому что других у меня сейчас вариантов-то нет, по идее. Все остальные весят как-то дофигища. Ну только вот, что за прочный кожаный доспех? Обычный шлем, да? Да, вот, отлично, кстати, вообще ништяк. Замечательно. О, избранный мертвец. Я Гвиневер. Дочь повелителя Гвина и принцесса Света. Со дня, когда отец ушел в тень, я ожидала тебя. Я дарю тебе эту великую чашу. Великая чаша! Послушай же меня. Продолжи дело повелителя Гвина. Принеси огонь в наш мир. Положи конец вечным сумеркам и останови жертву среди мертвецов. Какая милашка.
Так. Во-во! Так, про что там вообще? Читер, не верю. Вообще, это трап, говорит. Отличное колечко, кстати. Зачем его снимать? Оно сильно поднимает статы. Вообще, да, я никогда его не сниму. Так, когда на начальную локу? То есть сейчас же получим возможность телепортации. Мы сейчас пойдем на начальную локу, там еще демона надо убить какого-то. Твой путь был не близок. Со дня... А, ну все то же самое, да, она типа под копирку. Надувные сиськи-то. Сиськи-то надувные, ребят. Ты, чьими руками был запятнан облик богини. Я Гвиндолин. Так и непонятно. Твое погрешение не останется безнаказанным. Это правда Гвиндолин была или нет? Или ее... Ты пропадешь во тьме Нурлонда. В смысле? Что, не надо было ее бить, что ли? Не надо было, что ли, убивать ее? Я думал, хотели вы этого. Чего такого-то? Я думал, вы жаждали этого больше всего на свете, типа, чтобы я прикоснулся стрелой к ее сиси. Разве нет? О, там что-то есть. Так. Мне вроде Гвин... Мне надо ее брата еще подзавалить, кстати. А то что он тут сидит в замке в этом? Ну, все, говорит. Теперь можно и к оппозициональному боссу. Опциональному. Оппозициональному. Загружай, говорит, сейв. Нету, к сожалению, сейва. О, шлем благосклонности. Прикольно, ну-ка. Хоть бы он мало весил, как этот доспех. Но он дофига весит. Доспехи Лотрека Исповедника, символ любви богини Фины. Руки богини, обвивающие их, как будто обнимают воина. Блин, клевый доспех. У нее нет брата. Она... С чего вдруг? Как-то нету, если есть. Блин, слушайте, а это клевый доспех. Мне нравится вообще. Для моего образа прохождения вообще ништяк. Раздолбали весь замок, короче. Опциональный босс, который снизу находится, да, там? А, это да, это про того мы говорим сейчас. Ой, подождите, тут сменилось что-то. Чуваки, вы где большие рыцари? Вы только на вид, что ли, большими были? А по факту вот такие мелкие? Корявый, блядь. Даба. Говорит, брат, тебе стрела в голову прилетела. Ты видал? Такой посмотрел на него. О, это какой-то вообще странный чувак. Домой. Блин, мне нравится, он еще финтует так мечом. Слушайте, это какие-то сильные ребята вообще. Необычные какие-то. Разменялись. Ну я понял, понял. Блин. Развел я его все-таки. Приятно было с вами пофехтовать, уважаемые. 5000 душ не дали. Вы вообще видели это когда-нибудь? Просто 5000 душ. Ну ладно, мне, кстати, не сюда надо. Насчет, как его там правильно зовут? Гвиндолин или как? Гвиндолин, блин, я их путаю всех. Кстати, мобы исчезли, прикиньте. Может спокойно теперь здесь ходить. А то они меня так бесили здесь постоянно. Ой-ой, там кто-то еще стоит. Все эти монстры, рыцари, которые были, они превратились, походу, в обычных чуваков. Они были иллюзией. И теперь я вижу их истинный вид. Так это сестра Света, погоди. Значит, это ты. Блин, а что происходит?
Ты смеешь поднимать руку на божество, как тебе только... Чё ты, ребят, плохо делал? Кувыркаешься ты, конечно, знатно. У меня парирующий нож. Нифига она наваливает. Но кувыркается смешно. Блин. Давай еще раз ко мне кувыркнись. Как же она меня... Блин, она меня убьет. Я че, убил, что ли, хранительницу огня? Да как так-то, блин? А почему сет с нее не выпал тот? Зачем она напала? Я что, действительно плохое что-то сделал, убив ее? Не надо было ее убивать, она настоящая была. Что-то я всех убил в итоге. Всех убил. Мне вниз вообще. Мне не сюда, стойте. Блин. Блин, послушал чатик назывался. Убей ее, убей. Так нет, ну на самом-то деле я не понимаю, я типа хорошее дело делаю или плохое? Зачем мы ее убили вообще? Да для чего? Да нет, это никак не повлияет. О, проход, кстати, открылся, смотрите, реально. Это никак не повлияет на финал, но... Это иллюзия была. Мир давно погрузился во тьму, и город покинул. Ну а почему хранительница огня нападает на меня? Я вот этого не понимаю. Мир, может, он из-за меня во тьму погрузился, жил себе спокойно. Еретик! О, сейчас босс такой будет жесть. Сначала надругайся все над богиней-матерью. Теперь кощунство в склепе великого повелителя. Я Гвиндолин, темное солнце. Да постигнет тебя кара за твои прегрешения. Вот нравится мне этот босс больше всех. Не помню, как его бить. Тут щит магический надо. Просто в лицо. Мне. Пришел в мою обитель, ты теперь мой вечный зритель. Ты не мы, я лица спектакля одно. Вославьте солнце, господа, госпожи, господа реки Амвуд. Вот так вот. Лекс Лунарис, да прибудет с тобой сила добра и позитива. Скол, друзья, за наших. Между прочим, 26 месяцев. Спасибо тебе огромное, что ты столь долгий срок предан таверне. Пусть в твоем сердце никогда не угаснет, как вот этот сраный костер, огненная коза. И правда, какая в жопу разница? Мужик в платье. Ну а что? Мне-то какая разница, что он там? Между прочим, не платье, а ряса. В рясе очень много священнослужителей ходит. И ничего такого. А вы знаете, почему нас не переводали? Борндач, привет. Потому что она служит Гвиндолину. Блин, она служит огню, хранителю огня. Хотя Гвиндолина есть бог. Огня. Логично, в принципе. А я такой его дочь, бабам. А, стоп. Куда мне тут вообще идти? Жестко он меня, конечно, надругался надо мной. Вы вообще видали? Нет это? Просто. А...
А. Похоже, его теперь невозможно убить. Да как это невозможно? По-любому должен быть. Я же у костра посидел перед этим. Че, с первой попытки типа не убил, все, иди нафиг, чмо? Или как? Не может такого быть. Ну, опять нужна помощь чата, получается. Блин, ну серьезно, а где рычаг? Рычаг, я помню, где-то был. Возможно, главное теперь разобраться, как вернуться к костру. Мы попали, короче. Вот больше слушай чат, Андрей. Попадос вообще какой-то. Ту-ту-ту. Лекс Лунарис, как делишки у тебя рассказывают? Делишки. Итак. Костер потух. Так вот, я сидел рядом с этим костром перед его смертью. И все. Теперь я фиг знает куда. Опять в храм, опять идти через город, может быть. Может, по новой надо идти? Через окошко там с этими. Может, там что-то изменилось тоже, кстати? Давайте попробуем. Ну, короче, нашелся на задницу приключений. Нафиг надо было вообще его убивать? Спокойно бы шли дальше и все. Нет, блин. Иди, говорит, налево через храм тебе. Ну вот сюда, то есть как мы изначально шли. Может, тут что-то изменилось тоже? Блин, ну вообще по кайфу, что я в этой броне могу кувыркаться. Да отлично, работаю. На час раньше отправляют домой с жары, говорит. Картина не пройдена. Я не мог в нее войти, когда подходил. Ой, я их теперь шотаю, кстати. А еще меня бесит, что я не могу в цель выбрать из-за того, что темно. Теперь только когда цель в упор ко мне подходит, я могу что-то сделать. Мне надо вон туда вниз, короче, спуститься. Слушай, косточка, наверное, кинет к потухшему костру. Но быстрее, я думаю, вернуться через горгулий. В крепость Сен. А может, уже поздно. Нет, я хочу убить Гвиндолина. Неужели его нельзя теперь убить? Или всегда теперь так ходить надо будет? Рядом с ним же костер. Или тут все костры потухли вообще? А зачем надо было убивать иллюзию? Чат сказал, что я сделаю хорошее дело, спасу мир. Типа, они тут сидят в иллюзии в какой-то. Вот мерзкая какая. Чат ненавидит женщин, которые выше их. Лол. Рядом с Гвиндолином точно есть костер с клептом на луны. Я пропустил момент. Да, конечно, зажигал. Я, естественно, его зажигал. Я у него посидел, у этого костра, перед тем, как заходить к боссу. Но меня кинуло к начальному костру. Плюс в чат, если любишь ставить плюсы в чат. Блин, но мы убили Арнштейна, это самое главное, потому что я лично думал, что я его не смогу убить вообще. Я очень боялся этого босса. Для меня это прям вау. Прям вау. Ну, привет, что я вижу? Наш голый персонаж уже совсем не голый, говорит. Бронь, значит, нашли? О, не одну бронь. И не одну даже.
Вот, вот здесь вот. Можно вызвать лифт. Потом спуститься вниз. Он поднимается, смотрите. Кстати, на него прыгнуть как-то можно вообще? Нет? Не, не долетишь. А, это не тот этаж. Где все плюсеры? Непонятно. Что-то не модно, походу, плюса. Что такая темнота вообще? Включи свет какой-нибудь. Сейчас, лампочка, все, походу. Фу, да ладно, сейчас все. Да будет свет, сказал вахтер, и яйца фосфором натер. Полянка хейтер плюсов. Плюсы вышли из моды, говорят, все. Вот он, костерец, нормальный. Сидит, ждет меня. Почему меня не здесь резнуло, я не знаю. Может быть, просто первый раз всегда после смерти резает у того костра, чтобы показать, что он потух. Ничего, мы его завалим сейчас. Привет, крутой дядь. О, ничего себе. Яма Дарм. Здорово. Вопрос жизни и смерти. Ты же геройщик, правильно? Клево играешь. Вопрос жизни и смерти. Давай быстрее. Жду прям. Еретик я и так, кстати. Смотри, вопросы жизни и смерти еретику задавать такой себе. Кто-то убил Гвиндолина. Не знаю, кто это. Так, у меня тут вопрос жизни и смерти вообще. Надо сконцентрироваться. Так, правильно. Где купил такие крутые смайлы анимационные? А, блин. Где? Я могу художника тебе скинуть. Я с ним просто уже давно. Года два, наверное. Да, мне тоже нравится, как он рисует. Вот он еще, получается, рисовал Бьорну, если знаешь его. Ну, по-любому знаешь. О, вот этот луч, кстати, по-моему, убивает. Ну, кстати, даже на вид страшный. Рад, что понравились. Маленький, кстати. Блин, в прошлый раз не было такого карнавала, как сейчас. Ой-ой-ой, что происходит вообще? Воу-воу-воу, держись, Самон, держись. А, офигеть, он через стену бьет. А так что, блин, законно вообще? Кто мог подумать, что что-то пойдет не так, да? Было бы все слишком просто, если бы было так. Жесть. Блин, ну тебе придется мне написать где-то сейчас. Ну или потом я тебе как-нибудь зайду тоже к тебе. Ай-яй-яй, че, где мы оказались? Опять что ли в жопе мира? Да ну нафиг, я не пойду туда еще раз. Спасибо за фоллоу. Добро пожаловать в нашу таверну. Кружка с Майли Хэй, ребят, за знакомство. Угу. Все, я тебя скину потом. Я правда не знаю, есть у него работа сейчас, нету как бы. Там сами договоритесь, если что. Естественно. Ну ладно, сваливаем отсюда. А, вы говорите, у меня теперь есть возможность телепортироваться, но у меня нет костра. Ну, я, получается, стрельнул в сисесту тетю, да. Вообще, эта тема с иллюзией странная. Если Гвиндолин такой крутой, что может создавать иллюзии големов, монстров и даже боссов вроде бы, то чего он вообще тогда парится драться с ГГ? Создал бы еще иллюзию Гвин, да и все, и не парился. Да тут вообще много вопросов и ничего не понятно. Так вам и надо... Так вам и надо красивых тетю убивать, ясно. Вообще тема с иллюзией странная, согласен. Но другого выхода нет, придется нам пытаться уговорить вот этих мерзких созданий отнести нас в крепость Сен снова. Но они и не против, кстати. Смотрите-ка. Фу, блин, какие мерзкие. Зашибись. Бам. Могли бы помягче меня сбросить, что ли, не знаю. Гадский горгулья. Крылья фазана. Блин, почему фазана? Офигеть, а смотри, круг света. Это же меня опять туда унесет сейчас. Ё-моё, что такое тупой-то, а? Нет, пожалуйста, не надо. А, можно пропустить, кстати, ролик. Здорово, Вилзакат. Все, быстро пропускаем, и мы снова здесь. В нормальной, приятной крепости. Не то, что этот сраный темный замок никому не нужен. Так,
Наверху никого нет, мы там всех победили. О! Здорово. А вы уверены, что я могу телепортироваться теперь? Или нет? Мне как-то не совсем в это верится. Так, здесь клетка. Здесь этот дурацкий рыцарь. Там еще плотва. Один. Че, опять плотва с ума сошла? Где костер-то вообще? А, вот. Надеюсь, у меня получится сейчас куда-нибудь улететь вообще. Ох. Итак, давайте искать. Обратить опустошение, ужечь. Перенестись. Ну, реально, могу теперь. Теперь тебе нужно храм огня. Ну, поехали, храм огня, раз ты говоришь. Мне нужно воскресить ту женщину, где костер потух. Плотва работает адекватно, слава богу. Хоть кто-то у нас работает адекватно. Итак. Костер потух. Нет больше хранительницы огня. Все пропало. Осталась лишь последняя, единственная надежда у нашего героя. Вернуть душу хранительницы огня, добытую в чужом мире. Чудесным образом. Спасибо. Я Анастасия из Асторы. Я продолжу исполнять свой долг хранительницы. Но... надеюсь, мой невежественный язык не оскорбит тебя. Ну, тебя я хотя бы не убью. О, я еще могу усилить, кстати. Прости меня. Я невежа. Мой язык следовало бы вырвать и скормить птицам. Прошу, если у тебя есть сердце, оставь меня. А что с ней такое? Я не хочу говорить. Да ладно, давай поболтаем. Ну все, она ничего не говорит. Ну хотя бы костер заработал. Блин, это мне сейчас к Ниток, повелителю нежити, надо будет идти, да? Не хочу вообще. Хочется в Elden Ring скорее посмотреть. О, да, Elden Ring очень хочется посмотреть. Очень. У нас ни душ нет, ни хрена нет вообще. Все пропало. О, кстати, я же могу теперь перенестись, получается. Отомстить-то я еще смогу. Нет, у меня больше душ нет. У меня было две души хранительницы. Одну я потратил вместо хилки, чтобы воскресить эту прекрасную леди Анастасию. Всякое это лучше, чем какая-то усиленная хилка, правильно? Без хилки справимся, без Анастасии нет. Вот, решено. Поступаем максимально прямолинейно. Улучшаем Анастасию. Иди сюда, ублюдок! Он что-то колдует? А, он телепортируется. Ладно, это фигня. Магия. Магия, не люблю. Да как это он делает вообще? Вы посмотрите. Жесть какая-то. Он... ну, у меня не было шансов. Он колдовал этот луч здоровый. А, ну подождите. Может быть и был. Ладно, сейчас попробуем снова. Да нет же, блин. Затупок. Затупок. Они рофлят, что ли, вообще? Ну как так можно-то? Ты, Гвен, еще не попал? К этим роскошным мегасиськам. Попал уже, и все, нету их больше. Нужно перекатами, говорит. Ну, понятно. Ой, все, короче, последняя попытка. Да, щит вообще. Ну, он помогает от физических стрел. Но в прошлый раз, когда я на него напал, он колдовал одни физические стрелы, и вообще магии не было. Он, можно сказать, пощадил меня. И то я просрал этот шанс. Ну, в принципе, меня и физическими стрелами убил. Тревога! Один выстрел, мобилизация! Один труп. Можно косточкой, а он меня туда же перенес бы. Я не понимаю, почему 100 физурон, да. 100. У него и к яду защита еще у этого щита. Да и выглядит он круто, посмотри, какой офигенный.
Клёвый щит вообще. Ой, короче, ну давайте, последняя попытка, мне уже немножко поднадоело. Это, я не знаю, этот босс какой-то бесячий. Я, блин, Норштейна с первой попытки убил. Блин, ну что ж такое-то? Серьезно? Блин, ты чё? Какой ты мерзкий нежить, а? Может, есть шорткат какой-нибудь? Ага, шорткат. В могилу. Не, ну, наверное, так и планировалось такое вот. Туда-сюда перебег, перебежками, да? Чтобы его убивать. Не знаю, просто иначе какие варианты. Нам нужна большая защита от магии. Давайте, во-первых, мы сейчас правильно все. Мы поступим сейчас по уму, так сказать, без всяких вот этих. Ищем шлем с максимальной защитой от магии. Магия 8. 10. 11. 12. 15. 21. 27. 28. 33. 56. Ну понятно. Так, с Гвиндолином деремся? Так, точно. Никак не могу его одолеть, он меня шотает просто. Просто уничтожает одним ударом. Так. Дальше. Ну, щит пофиг. Кстати, красиво. Как красиво. Не совсем прям красиво. Кто такой этот ваш Гвиндолин вообще? Да тот еще ган... О, этот. Тот еще бог. Божок, короче. Да. Красивенько! У Фазана, говорит, в Википедии эпичное описание. Фазан вообще клевый. Крылья баклана. Вы видали как? Блин, как? Да его дойти одним ударом можно снести. Ну ладно, ну не одним, окей. Ого! Через стену. Да блин, шотнуло просто. У меня максимальная защита от магии. Шотнуло просто. Нереально все. 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 До свидания. Шел нахрен. Потом его убьем. На следующем стриме ему хана, короче, точно. Ребят, все. Максимальная защита и меньше половины хп. Ну, блин, так вышло. Я не специально. Задолбал меня. Бесящий босс. Больше всего бесит бегать от него. Туда-сюда, блин. Там щит есть, защита от магии. Да, но оно все равно не спасет. Как бы. 95 или 90. Может быть. Ребят, всем спасибо, кто был сегодня с нами. Я надеюсь, вы отлично провели этот вечер в теплой, уютной атмосфере. Я подогревал как мог. Хорошего вам остатка дня, не скучайте и заглядывайте к нам в таверну. Пока-пока, вы лучшие. Спасибо, что смотрите. Ну и, конечно, вас ждут в нашем Дискорде, где есть расписание анонсов стримов, наш календарь общения вне стримов и многое-многое другое. Обязательно заглядывайте.